Сорт томата Мегамар. Это канадский сорт. Его оригинатор Марвин Майснер. Это высокорослый куст, получается 1,60 м примерно. В высоту среднеспелый. Сорт для теплиц, но также его можно выращивать и в открытом грунте. Плоды у этого сорта крупные, красные. Средней массой от 400 до 500 грамм. Конкретно этого плода вес 517 грамм. Вкус у этого сорта томатов томатный. Это сорт преимущественно салатного назначения. Также отлично подходит для приготовления кетчупов, соков и так далее. Главный плюс этого сорта – стабильно высокая урожайность. Его можно отнести к одному из лучших крупноплодных томатов. Все плоды на кусту крупные, красавцы вот такие. Сейчас посмотрим, какой он в разрезе. Вот такой вот он мясистый, малосеменной, многокамерный томат. Очень вкусный и очень урожайный сорт. Всем советую.